Если вдруг, Господи, пропал багаж, вместо Крыма вы попали на Балхаш. Если хранник, то не знаешь, никогда не прогадаешь, если сваришь всю вину на экипаж. Если крайний, кто не знаешь, никогда не прогадаешь, не стесняйся, все воли на экипаж. Вы любой возьмите случай наугад, например, над Сочи сильный снегопад. Ашхабад не принимает, Волгоград не заправляет, и во всем обычный летчик виноват. Ашхабад не принимает, Волгоград не заправляет, и во всем, ну, конечно же, летчик виноват. Кто-то вечно что-то делает не так, процветает в авиации бардак. И вот этот самый летчик, безобразиев источник, и вообще для пассажира главный враг. И вот этот самый летчик, безобразие всех источник, и вообще для пассажира главный враг. Нас недавно собирали на разбор, больше 3 часов тянулся разговор. А к концу 2 часа стало всем нам вдруг ясно, как мы не поубивались до сих пор. Мы ж не знаем, ну почти что ничего, мы ж летаем, как придется, на ось. НПП не открываем, все, что можно, нарушаем, безопасность не волнует никого. РЛМ не открываем, все на свете нарушаем, безопасность не волнует никого. Лишь инспектор от беды нас всех спасет, в авиации порядок наведет, и нам отрежут по талону, чтоб скорее эталоном стал на транспорте родной Аэрофлот. И нам отрежут по талону, чтоб скорее эталоном стал на транспорте родной Аэрофлот. Песня была написана в 85-м году, и тогда работа-то была государственная компания. Точно, точно. Нет, я имею в виду не тот Аэрофлот, который сейчас является частной компанией. Ничего не поменялось. Ну да, в общем.